Вечером 16-летний житель Приморского края Илья Мадуда возвращался домой и услышал из квартиры пожилой соседки крики о помощи. Подросток остановился. Из квартиры выбежал мужчина, которого Илья сразу узнал. Злоумышленник жил в том же доме и ранее уже был судим. Мальчик последовал за налетчиком и сел с ним в один автобус. Однако подозреваемому удалось скрыться. Но Илья продолжил искать преступника. Он заметил его на улице, подошел к нему и задержал. Затем вызвал сотрудников полиции и передал им мужчину. Оказалось, что грабитель избил пенсионерку и похитил у нее 40 тысяч рублей. Полицейские поблагодарили Илью за отзывчивость и смелость.